Всем привет! С вами Дом Знаний, и сегодня мы вырастим пепельное дерево. Для проведения опыта нам понадобится фольга, уротропин, глюконат кальция и спички. Ни в коем случае не повторяйте этот опыт дома. Берем фольгу и загибаем края на 1-2 см. Далее насыпаем уротропин. Делаем небольшое углубление в середине, чтобы насыпать туда глюконат кальция. Наполняем углубление глюконатом кальция. Поджигаем по краям уротропин и наблюдаем за процессом роста пепельного дерева. Ставьте лайки и пишите в комментариях, какие опыты вы хотели бы видеть.